Пойдемте посмотрим, что я вам покажу. И попробуем из этого сделать какие-то выводы. А покажу я вам вот как долбит дятел. Видите, какие дырочки пробивает. Мы с матушкой ходим и просто в шоке. Ну как так можно стучать головой? Дух, 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 дух. И не болит, как говорят, голова у дятла. И мы думаем, что кто виноват в том, что вот эта береза так рухнула? Смотрите, какое вы думаете причина того, что она уже не может стоять и вся сгнила и рухнула, и дятлу тут на ней питание. И кто-то из вас скажет, что причиной являются жучки, которые в ней живут. Вот эти дровоеды, которые, кстати, сейчас действительно очень большая проблема. Огромное количество лесов сейчас погибает, потому что стали зимы теплее, не вымерзают эти жучки, и они, конечно, все подъедают. Поэтому, да, вот такие подъедалы, такие вот жучки, которые грызут человека в виде грехов, эти жучки могут человека подъесть так, что он подгниет запросто, причем всего лишь надо много. Кто-то думает: о, я не совершал никаких грехов, у меня нет крупных грехов, я хороший человек. Не, маленькие грехи тебя могут довести вот до такого состояния. И попы, которые как дятлы пытаются тебя очистить, бьются об тебя головой, значит, долбятся, ничего сделать не могут. Все равно ты подгниваешь, все равно ты теряешь, как говорится, свои способности жизненные. Но на самом деле эти жучки завелись не тогда, когда береза была здоровая и начали ее подъедать. На самом деле причина того, что она ослабела и ее сок перестал быть ядовитым для этих жучков, являются вот эти грибы. Вот грибы. Мы с вами неоднократно их видели. Они называются трутень. Трутень, лентяй, который живет на березе, начинает сосать ее, свои корни впускает в тело. То есть он не просто вот так сверху здесь живет. У него так вот глубоко уходят корни внутрь. И он начинает вот эту древесину заставлять гнить, потому что ему не просто сок нужен, а вот эта древесина, как бы трухлявающаяся, ему нужна. И поэтому на самом деле мы можем назвать причиной вот такой трутень, который живет на теле общества или на теле какого-то государства. Много у нас трутней в государстве, которые живут, питаются соками, воруют государственные деньги и доводят до того, что ствол государственный становится глинельким. Но и вы же можете быть таким же трутнем. То есть вам кажется, что вы живете себе так, вроде даже место какое-то занимаете, может, и должность у вас правильно как-то называется. А вы на самом деле вот такой трутень. И от того, что вы живете вот так, высасывая или воруя там какие-то средства, и не считаете эти плохим действия, эту жизнь не считаете греховной, ну подумаешь, я живу, я красивый, я большой. О, у меня чины есть, а иногда даже награды есть. На самом деле вы подъедаете то, где живете. И этот грех вот такого неосознания,
что вы вредите не себе. Некоторые говорят, ну, мне-то хорошо жить, я что, я чиновник, у меня, я себе не врежу, а уж остальные как они хотят. На самом деле вы сами себе вредите. Вот чем кончится. О, видите, чем кончится. Все. И этот теперь погибнет, и тоже от него толку не будет. Он раскидается спорами там и все остальное. Вот. Но на самом деле вы не знаете, кто главный, погубивший это дерево. А на самом деле причина его гибели – это вот эти сосны. Это обычный круговорот деревьев в природе, в лесу. Первыми вырастают деревья лиственные, ну вот это береза, например. Этой березе, судя по толщине, лет 70, наверное. Может быть, ну да, где-то 70 должна быть. Этим соснам, в общем-то, вот той примерно лет 35, они появились позже. Этим вот такой сосне, ну, лет даже 25, наверное, если не меньше. Но они и высосали из-под этого дерева все соки, и оно ослабело, у него не стало того яда, которым он борется с трутнем. Трутень тоже не должен был прижиться, потому что сок у березы не дает ему. Когда он начинает сопротивляться трутню, появляется чага. Чага. Береза вот борется с этим трутнем, и получается чага. Здесь она не смогла. Окружение такое, тем более, видите, они все выросли с южной стороны. Юж, запад, восток от березы стали закрытые. И она просто-напросто не получила ни того солнца, которое могла бы получить. Ну и, естественно, не получила того питания из земли, который... Но мы с вами знаем, что питается-то из земли дерево только на 5%. У нее основное дерево растет из углерода, который в воздухе, и оно на 95% состоит из этого углерода, который с помощью фотосинтеза входит в дерево. Вот такого не получилось. Какой сделаем вывод? Какой сделаем вывод? Кто погубил березу? Я вам скажу так, сектанты, те, кто позже пришел, те, кто окружил, те, кто был маленький, красивенький такой, вон какие там, прямо зелененький такой, вот это, нежненький, говорил, что ты тут вот, старуха, стоишь, веришь в то, что солнце, что ли, тебе поможет? Да мы тут все вокруг самые хорошие, мы тебе сейчас создадим сначала тень тут для твоих корней, создадим условия, а в результате взяли и съели ее, вот эти все. А потом они устареют, и потом поднимутся березки, их заглушат, а эти, к сожалению, погибнут. Вон там рядышком береза еще не упала, но имеет уже трутней, и уже ее долбят дятлы. Да, все березы потихоньку здесь погибнут. Вон как на той стороне, вон, глядите, уже все. Вот, потому что пришло им время. Так что, дорогие мои, я понимаю, что это такая шутка. Я вам на примере березы попытался показать, как, во-первых, сами не плашайте, то есть живите в обстановке, где у вас есть питание души и тела. К трутням не привыкайте, сами не будьте трутнями, но и держитесь за свою почву, за землю святую, потому что земля святая и есть наша сила. Вот так. На этом аминь.